И всем привет, ребятки, с вами Игорь, и один из подписчиков попросил меня записать мясорубочку, и вот я начал ее. Зашел на нее, блин, медик меня, наверное, сейчас палит. Не знаю. Так вот, отличненько. Я где-то минут, наверное, 5 искал только лишь единственную мясорубку, потому что, ну, я не знаю почему, но на мясе сейчас как-то мало кто бегает. Что-то я его даже не слышал. Он еще и с ПТРом, что ли? Не знаю, откуда у него КТР? Стоп. У него только лишь 3 ромбика, у него КТР. Ну, в принципе, да, недавно же КТР у нас вводился в игру. Фак, я еще мину поставил. У меня привычка постоянно нажимать на четверочку, сразу зажимать гранату. Так, потому что... Как бы я привык, что у меня раньше на моем аккаунте стояла первая именно всегда граната. Пули вообще как-то криво летели. С СРМ нас убил. СРМ, по мне, таки вообще какая-то полная фигня пушка. Когда ее изменили. На ПТС она сначала нормальная вроде были, потом даже на основу, по-моему, она нормальная вышла. А потом уже ее исправили. Она стала не совсем удобная, правда, но... В принципе, так она, по сути, и должна работать, как бы. Мне... Так она патронами должна выстреливать, по сути. Блин, я думал, это там чувак, который целый, а он, оказывается, уже дохлый валялся там. Так, слушай, я то, что перезарядился этот инженер, кстати, где-то он здесь и бегал. Фак, опять он со своим КТРом. Вот откуда у него КТР, серьезно? А, причем я думал, первоначально, то, что этот КТР у ромбика, который с... не золотыми ромбиками бегает, а с серебряными его. Я думал сначала, что это у того... Инженера как раз таки. Ктарчик. Отличненько дождался. Чувачка. Кто он плохо по сторонам смотрит? Ну, я, в принципе, тоже, чё. Бывает. Думаю, большинство, наверное, людей, кто играет в Warface, хоть когда-то они тупили. По шагам был слышен чувак. На мгновение замолчал так чисто, потому что слушал шаги и думал, откуда ж выйдет противничек. Отличненько залетела уже, не знаю, уже третья головочка подряд. Нет, стоп, я так что чувака же эти в ноги убивал. Что-то как-то, ну, хорошо залетает, хорошо, чё. Чё ещё можно сказать-то? Поставили специально так, чтобы с любой стороны мог чувак просто пробежать, например, не заметить и взорваться. Но, конечно, не заметить ее это будет, наверное, сложно. Но есть люди, которые не замечают, например. Или, когда уже к ней подбежать, когда он уже активируется, так как гляю, замечают эти мины. Фак. Именно во время прыжка еще сам прицел, ну, хотел как-то поставить. Ну, в общем-то, неконтролируемый, можно сказать, был. Плохо контролируем его. Так. Где чувачки? Ктарчик слышен. Я сейчас на ктарчика выбегу, кстати. Фак, у меня еще и лагает, я не пойму, почему, какого фига. Так, минус 10 я не буду ставить, хотя. Почему бы и нет? Да, отлично. Друг с другом, с чуваком обменялись просто этими. Как это мне... Как это фигня активировать-то? Гранатами. Он меня с гранаты свалил, и я его с гранаты. Да, не знаю, как он это вообще скинул. Опять КТР. А почему? Этот чувак мне уже встречается в 7-й раз. Встречается, блин, а я всего 8 фрагов так сделал. Да, жалко, у него голова там не для начала. Может быть, даже и в голову бы убил. Отличненько. А, стоп, это даже... Нет, стоп, это тот самый... Чувак, который бегает с кстаром. Кстати, я даже забыл, что я могу лечить броню. Блин. Хотя, думаю, мало было у меня шансов, когда я мог бы лечить броню. Черт. Жалко, что я хотя бы того чувака не успел переслеть, который был на заднем фоне перед нежданным чувачком, который выскочил. Такс. Ага, отлично, да. Пипец, какой меткий. Ну, как бы не успел, может, так сказать, чувачка завалить. Черт, он что, обратно за мной выбежал? Возможно. В принципе, птичка, он, наверное, следит за радаром. Ну, или просто какой-нибудь чувак позади меня просто шел, да и все. Отличненько. Валер мог опять к старчикам. Стар гораздо легче контролить дачу, но даже у меня сакадеть получается, с которого, ну, фигово контролить дачу. Что это было сейчас? А, ну, скорее всего, все-таки пинг. Так у меня из-за пинга убил. За стенкой уже, можно так сказать. Не понял, где он там. Да, он в этот, наверное, забежал все-таки. Черт! Пытаюсь как-то выцеливать головку, но как-то не всегда получается выцелить эту головочку, ту маленькую. Малесюсенькую головочку, которая видна у наших противников. Странно.
Ему было бы логичнее бы просто катарчик перезарядить. С него пытаться меня как-то убить. Блин. Нацелился на голову, а что-то как-то было ниже. Так, давайте гранаточку-то прокинем. Твою мать. Да, не очень так, что я хорошо прокинул. Кстати, заветного... Я понял, что здесь чувак, но, в принципе, мне это как-то не очень сильно помогло. Опять этот тар... Он еще и перестрелял который чувак, который был сзади. А, нет, это какой-то штурмовик перестрелял с АК-47-го. Так, здесь никого нет, кстати. Здесь вроде бы даже никого и нету. Здесь обычно чувачки респы скиньте. Я здесь поставлю, мало ли, кто-нибудь забежит. Да, без прицела, конечно, это стрелять как-то не совсем хорошо. Черт, я по нему стрелял, а урон даже не прошел. Без прицела, конечно, сака стрелять это, можно сказать, надеяться, да, но у меня иногда бывает такое, то, что я без прицела, например, стреляю просто. Беру просто и без прицела стреляю. Фак, последними патронами долетело. Отличненько. Чисто последние патроны, можно сказать, добили чувачка. Это мне повезло. Так, знаете, зарандомнуло. Отличненько. У него, кажется, мало хп было, потому что он даже по голове не попал. О, сик! Не. Ну, сик я люблю, конечно, но, знаете, мне как-то АК-9, это как бы... Знаете, такая, не сильно прям такая уж и хорошая вещь, но АК-9 мне реально нравится. И здесь я, конечно, тоже лажанул, что выбежал, начал стрелять без прицела, а когда нужно было сделать с прицелом, я, скорее всего, даже бы его перестрелял. Да я по-любому, наверное, перестрелял, потому что... Без прицела, больше половины патронов, просто тупо в молоко куда-то летело. Блин, надо было в подкат войти, чтобы он мне хотя бы еще и урон не нанес. Хотя фиг его знает. Мог бы не нанести. Сразу забежу. Чисто бронька полечку. И сейчас... Взрывайся, ну! Блин, почему она его не взорвала? Серьезно, он как бы подошел близко, но недостаточно близко, чтобы эта мина взорвалась. А так хотелось, серьезно. Отличненько. Там еще 30 не был. Фак. Отличненько. В головочку залетел. Медик. Отличник. О, взрыватель. Да, есть. Гуд. И все нарушил этот воробей гор. Блин. Ну ладно, все-таки нужно хоть когда-нибудь рашеров всяких утихомиривать. Я тоже так люблю делать. Кому-нибудь там сессию останавливать, когда там взрыватели делают. Мутит прям целых. Там фиг узнает чего. Короче, их нужно останавливать, да. В моем случае это, конечно, было нежелательно, но все-таки меня остановили. Такс. Тем временем, ну что-то реально как-то много убивает. И там еще чувак был. Есть. Фух. Блин, я думал, хотя бы еще этого заберу. Что-то какие-то прям, знаете, чувачки подсоединились, и прям такие серии прям начались. Не знаю, ну как, по несколько врагов сразу же вылетать прям. Отличненько. Нет. СИК-551. Офигительная вещь. У него отдачи почти нет, как у АУГа, только урон преобладает. Хорошо, твою, блин. Это была мина. Она не активировалась. Отличненько. Хватит, хорошо. Я еще даже в голову толком-то попасть не мог. Черт. Мой скилл, где ты? Чувак, появись, мой скилл. Куда ты пропал? Я тебя найти хочу, хотя бы до конца раунда. Фак, мне казалось, что это мина стоит. Нет, это не мина. Отличненько. Кто-то уже подорвался на... Почему не в голову? Ладно. Подствольник. Я думал, что он ждал, а оказывается, это подствольничек, да. Так. Где там? Медик. Так, обратно забежим. Хотя, в принципе, толку-то обратно забегать. Давайте здесь мину поставим, хотя я не уверен, что она хоть что-то здесь сможет сделать, и побежим дальше. Ой, блин. Со всех сторон, блин. А, кстати, анаконда. Анакон редко встречается, реально редко встречается эта штукенция. Сказать, что она прям нравится, я с ней, можно сказать, не бегал, но реально, анакон как-то... Твою. За ногу. А я чувака это хотел, не знаю, к вылете. Я не знаю, что сделать, когда видел то, что у него ноги торчат из двери, но я не знал, что делать реально. О, взорвался кто-то. Иди, хорошо. Фак, я что-то не пойми, куда я вообще кинул. И это было удачно! Слушайте, чувачки, фак, да я тебя заберу хотя бы. Нет, я тебя не забрал. 22 секунды остается. Знаете, такое... Все накаляется, нужно побыстрее отхватить свои фраги, побыстрее... Конь, за... Фак, не забрал. Ага. А кто? Фак. Не знаю. Черт, просто потерял несколько секунд и... Кому-нибудь найти? Ты кого-нибудь? Пожалуйста, ну... Последняя секунда, черт, пожалуйста.
Нет, никого. Черт. За одним чуваком гнался, все, он куда-то убежал, его вроде бы слили. По мне стрелял чувак сзади, я обернулся, никого нету, блин. Так реально хотелось кого-нибудь на последних секундах замочить. Ладно, такой был агрессивный бой. Выполнил обещание, сказал, что чувак, будет тебе мясорубочка, будет. Особенно жаркая такая получилась. Статка 15, в принципе, нормально. Ну что ж, чуваки, всем спасибо за просмотр и всем пока.